This war of mine. Всем привет, ребят, с вами Шет, и вот такую футболку мне презентовал разработчик, за что ему огромное спасибо. Она классная, прикольная, я буду записывать в ней, но, наверное, на видео ничегошеньки не изменится. Просто знайте, что она у меня есть. Ну, добро пожаловать на продолжение игры This War of Mine. А мы попробуем продолжить и, ну, сколько-нибудь еще продержаться. Так как в прошлый раз мы, ребятки, потеряли Марку, вообще потеряли его окончательно, и больше он не вернется, и, скорее всего, блин, без него будет выживать, скорее всего, сложнее, потому что на замену ему, ну, у нас пришел, скажем так, математик, вот этот математик. Я много чего плохого читал у ваших комментариев. Так, смотри, что я принес. А, это вот то, что было в прошлый раз, окей, окей. Я много чего плохого про этого математика слышал от вас, то есть, что он может кого-то убить, обворовать, еще что-нибудь. Надеюсь, конечно, этого не будет, но посмотрим вообще, что произойдет. И также... Ага, сколько, как долго выйти сделать? Блин, нам нужны фильтры. Ладно. Так. вот нам нужно прожить где-то дней 40. То есть вы писали, что 40 дней это примерное время, сколько будет длиться эта самая война. И давай беги сюда быстрее. Сейчас пусть наш Павел пообщается с... Поддержит, короче, нашего Бруно. Посмотрим, что он скажет. Вот. Если продержаться 40-45 дней, то тогда все будет, ну, как бы война закончится, и все будет нормально. Блин, это было бы на самом деле очень хорошо, но что-то как-то... Я не знаю, получится ли продержаться или не получится. Если, короче, получится, то тогда я буду молодец, а если не получится, то я не сильно удивлюсь. Так, ладно. Давайте будем думать, нам нужно... Вот это вот мясо, это сырое, нам, оказывается, нужно его приготовить для того, чтобы что-то происходило. Так. А для приготовки мяса, для... Опа! Мы можем приготовить двойную вареную еду. Окей. И для этого нам нужна доска или книга. Книгу не будем тратить, доску. Вот, можно давайте одну доску потратим, чё. Сейчас пусть наш Антон готовит еду, а эти наши двое пока будут разговаривать. Кстати, ребят, хочу сказать огромное спасибо, что вы поддерживаете этот проект, что вы ставите лайки и что вообще пишете про него. Видно, что вы про него не забываете, что он вам интересен. Блин, мне так нравится, что вам понравилась эта игра. Прям приятно-приятно. Так, хорошо, что у нас тут? Они все снизу болтают, в депрессии. Ну, Бруно, ну ты чё, мужик? Хорош депрессировать. Вон, Павел опечален, конечно, он тебя так, видишь, быстренько так... приведет в чувство. Бруно очень голоден. Ну ты, блин, Бруно очень голоден. Антон тоже голоден. Ну ничего не поделать. И, кстати, еды у нас очень мало. Так, ладно, Антон, мне нужно отдохнуть. Сильно устал. Давайте сейчас тогда сделай нам тут фильтры. Пойди поставь их на место. Так, что вообще? Я не помню, если честно, что я планировал делать в прошлой серии. Но, так, ладно. Можно, конечно, заколотить окна и двери, чтобы к нам меньше вламывались. Давайте сделаем сейчас фильтры. Сделаем вот хотя бы просто один фильтр. Далее Антон пойдет спать, Бруно пойдет есть, а Павел... Павел, он голоден, опечален, легко ранен. Ну, блин, легко ранен. Надо бы его тогда было перевязать, чтобы с ним не повторилась история, как с Марка. Хотя он писал, что восстанавливается. На самом деле, ни хера не восстанавливался. Так, ладно. Ты, раз легко ранен, ну, иди, не знаю, припаришься, сделай какой-нибудь. Так... А ты иди поешь, Бруно, хороший повар. Ты у нас сейчас поешь, поспишь и отправишься куда-нибудь. Вот, я себя хорошо чувствую, давайте оставим медикамент на потом. Вот то же самое говорил Марко, по-моему. Или я его просто не пытался кормить, не знаю. Вот бы добавки. Сходи в шопу, вот бы добавки тебе, мужик. Иди, все, иди радио послушай, сейчас попробуем найти тебе веселую программу, чтобы ты немножко хоть расслабился. Так... Сигареты и табак в настоящее время используются в качестве валюты погорения, однако их запасы в городе подходят к концу. Что случится, если они закончатся совсем? Надо будет делать свои самокрутки и свой алкоголь. Ну, точнее, алкоголь тоже, наверное, вариант. Давайте посмотрим, что еще поинтереснее здесь есть. Так. Ага, это городские новости были. Ладно, идем дальше. Вот тут сигнал какой-то есть. Люди рыщут по улицам заброшенным домам в поисках пищи, дров и ценных предметов. Если в ближайшее время город нас снабжение, ситуация останется крайне тяжелой. Ладно, а веселое радио есть тут? Говорили, должно быть. Вот тут что такое? Так, это городское радио, а вот здесь играет какая-то классическая музыка. Почему она, только я не слышу, что она играет?
А, слышу. Во, кстати, сейчас вот, я не знаю, вы слышите или нет, но вот сейчас радио, оно играет как бы на весь этот, ну, вообще вот, на весь дом, скажем так. Классно, это интересно. Так, ладно, все, Павел, Бруно, точнее. Так, делаем, да, делаем. Бруно, иди быстро ложись спать, а ты у нас сегодня вечером пойдешь на вылазку. Так, Павел, он легко ранен, голоден. Ну, давайте, не знаю, накормим его, что ли. Пусть будет. А, и пойдем на вылазку, пожалуй, так как у нас уже Марка... Ну, Марка умер, и фактически вряд ли получится так, что мы пройдем эту игру, так что можно будет особо не жалеть никого. Так, легко ранен, опечален и устал. Давайте вот... Блин. Ха, прикольно, музыка реально играет. Классно. А, давайте попробуем ему книгу дать. Че, книгу будешь? Нет, нельзя ему так дать книгу, ладно. А если вот на биографию нажать? Хотел бы помочь Бруно, он так голоден. Нужно заботиться обо всех наших друзьях, даже если придется забрать припасы у других людей. А, хорошая вот, пожалуй, идея. То, что я в прошлый, раньше жалел людей. Блин, может быть, их можно жалеть, но, черт возьми, это война. И на ней нужно выживать, а не жалеть других. Так что, скорее всего, придется и старичков обрывать, и еще кого-нибудь, не знаю. Так или иначе, возьмем нож, пойдем в какое-нибудь опасное место и попробуем там вырезать кого-нибудь. Так, что еще он тут говорит вообще? Мы должны держаться вместе, помогать друг другу, в противном случае разделим судьбу голодного человека из трущоб. Да. Мы должны каждого из нас обеспечить едой. Ага, я, короче, понял. Все, ребята, для нас единственное нормальное место, где нельзя воровать, где нельзя там подставлять других людей, это вот эта вот наша берлога. Во всех остальных местах, ну, извините, надо. По-любому надо, просто вот надо выживать. Давайте тогда сейчас наш Павел, он заколотит двери и окна, чтобы нам хотя бы ворваться-то, вломиться не могли просто так. Давайте проверим, как это вообще происходит все. Вот, заколотить. Давайте сделаем. Что ты сделал? Что тут? Куда? А, он пошел, наверное, сейчас заколачивать. Ну-ка, давайте посмотрим, куда он пойдет. Ты можешь как бы быстрее передвигаться, мужик. Ага, вот, наверное, сюда пойдет. Окей. Так, я надеюсь, нам удастся обогреть помещение. Да, блин, плюс 19 градусов. Что ты переживаешь? Еще даже не зима, всего лишь 11 день. Так, вот сейчас он заколотит... Что он заколотит, интересно? Вот эту большую дырень или как? Вот интересно. И если мы это заколотим, то тогда не будет... К нам реально будут меньше ломиться? Ну-ка. Опа, заколотил, так. Ну, да, слушай, давайте попробуем. Чем? потратим ресурсы, но все-таки заделаем все проемы, чтобы к нам врываться-то особо не могли. Так, у нас... Ну, еще на одну хватит. Вот пусть он пойдет тогда. Так, куда? Ага, вот это. Ну, беги быстрее, что ты, слоупок. Легко ранен, печально устал. Сейчас, короче, он тогда все это заколотим, и он пойдет спать. Кстати, у нас, походу, вода готова. Ну, неплохо, ладно, сейчас уже ночь близится. Пожалуйста, успей. Ну, успей, ну, у тебя... Ну, твою мать, не успел. Ну, ладно. Хорошо, он не успел. Он легко ранен, опечален, устал. Бруно, он голоден и опечален. Ну, чё, ты будешь добывать тогда, Бруно? Павел будет спать в кровати. Голоден, опечален, устал. Ну, не знаю, блин, ну, Антон, ну, а ты будешь охранять, что еще делать? Все будет по порядку, по очереди. Давайте глянем, что у нас тут есть. Супермаркет посещено. Так, центральная площадь. Немного еды, огромное количество металла, оружия, запчастей. Так, огромное количество еды, стройплощадка. Опасность. Ну-ка, ладно, ладно. Так, огромное количество... Давайте посмотрим сейчас. Тут опасность. Много еды. Немного еды. Разбомбленный дом, небольшой, вообще какая-то фигня. Ну чё, пойдем тогда на стройплощадку, там много лекарств и огромное количество еды. Хорошо, Бруно идет, Бруно берет с собой ножик, раз ему нужно... Раз там, короче, в случае атаки на нас нападут, то нужно, чтобы он смог хотя бы отбиться. Ну не знаю, вряд ли мы будем прямо вот так на рожон лезть, но хотя бы, не знаю, со спины, может, кого-то прирезать можем. Так... Застройщик пообещал, что квартиры будут достроены во что бы то ни стало. Ага, 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 ага. Пообещал застройщик. Так, ладно, давайте отдалим и будем смотреть, следить за ситуацией. Материал. Ладно, короче, если что, будем утаскивать все материалы, а по мере необходимости будем выбрасывать все, что нам не нужно.
Так, давайте попробуем пробраться. Он пройдет, да? Ага, просто тут нету двери даже. Окей, окей, окей. Опасная вылазка. А вниз-то как спуститься можно? А, вот здесь провал. Окей. Так, он издал звук. Надеюсь, никто это не запалил. Так, нам по-любому нужно еду найти. Вот, либо еда, либо все. Так, это пустые гильзы. Нахер они нам нужны? У нас даже огнестрела пока нету. А, вот сейчас нужна еда. Вот очень нужна. Так что давайте будем исследовать эту стройку. Вау, она, конечно, большая. Ни хрена себе, какая стройка огромная. Вот это масштаб. Вот это да. Только, блин, нас тут по-любому могут засечь. То есть тут очень много простреливаемого открытого пространства. Ага, так, ну и ладно, я понял. Скорее всего, вся еда, она будет где-то в холодильниках. А холодильники, в свою очередь, а где-то они, наверное, наверху будут, или как? Ладно, давайте всему свое время. Давайте сейчас пройдемся, постепенно поднимемся. Вроде бы опасность, но пока вроде никого не видно. Что, кстати, не может не радовать. А, здесь у нас, что это, порох для взрывчатки. Ну, давайте доски. Доски как-то сложнее добывать. Точнее, они в большее количество нужны, чем запчасти. Так. Здесь у нас тоже опять ничего интересного. Ну что, видимо, придется на другую сторону, наверное, перепрыгивать через шахту лифта. Перепрыгивать на другую сторону, перебираться и смотреть, что есть там. Ага, вот тут. Что это сейчас было? Ага, значит, у нас сверху мужик какой-то стреляет по людям. Блин, так, давайте Вон там сверху был. Так. Он. Ладно, слушай, давайте тогда спустимся вниз, если что, к ним сзади попробуем подойти. Они, короче, вон там наверху. Ладно, я понял. Давай сейчас перепрыгнем на другую сторону, чтобы... Блин, а как бы их так... Как бы их подловить-то осторожнее? Мы можем, в принципе, вот здесь за... Ладно, давайте... Так, хорошо. Давайте попробуем вот здесь пройти. По идее, если подойти к ним сзади, люди говорили, что можно людей там убивать, вот, ну, втихаря, то есть, знаете, прирезать там кого-то или еще что-то. Вот попробуем так и сделать. Ты куда ты пошел? Ты что, дурак, что ли, совсем? Больной на всю катушку? Ага, тут завал мешает. Ладно, окей. Нам либо нужно вот сюда перебраться через прямо их прострел, на что я вообще... Не хочу этого делать, вообще никаким боком, ну нафиг. Либо как-то подниматься к ним. Ну, давайте Не знаю, когда... Чё? В смысле, не знаешь, когда... Да ладно, чё, нам по-любому придется разбирать завал этот? А, вот здесь, я понял, вот тут вижу... Доски перевалены, сейчас пронём вниз. Так, ну что ж, враги есть наверху, я понял. А вот с этой стороны кто-то есть, пока никого не видно. Да ты куда пошёл? А, я понял. Стоп, погоди, а вот сюда? Я точно не знаю, как туда добраться. В смысле? Оттуда реально фиг знает, как добраться. Сейчас. А через низ перелезть тут тоже нету ничего. Вот это фейл. Вот это просто фейл. То есть нам по-любому, вот в кровь из носа нужно будет проходить через прострел этих упырей. Ладно, ночь идет к концу, так что, блин, вот тут все ограничено временем. Просто, что делать, ребят, что делать? Все ограничено. Ладно, рискнем жопой. Давай, пожалуйста, только выживи, я тебя прошу. Очень прошу. Ага. Лучше двигайся. В смысле лучше двигайся? Ого. Что ого? Открывай дверь, так, заходи. Это они что вообще делают? Так. Он сейчас куда-то спустится или что? На. Он, смотрите, пошел. Так. Этот сейчас вон сверху. Так, значит, этого парня нужно снять. Или лучше снять того, кто сначала сверху. Вот, гляньте, спускается. Так, чё, куда? Блин, пожалуйста, не... Ага, понятно. Тут не открывается, тут завалено.
Мои уши. Я понял. Так. Блин, время ограничено, твою мать. Нам придется опять, походу, сюда приходить. Давайте попробуем просто обворовать, пока не убивать. Я не знаю, ну, что-то ж надо сделать. Вон там вот. Где-то же есть что-нибудь. Ну, хоть что-нибудь. Так. Будь у меня инструменты, выломать замок. Ага. Здесь что-то тоже как-то тухло. Давайте попробуем залезть наверх. Может быть, где-то хоть. Тут есть еда. Написано, много еды. Где? Ой, что я сделал? Нафига я закрыл дверь. Где здесь много еды? Я вообще ее тут не вижу. Ага. Я понял. То есть, походу, вся еда, она где-то снизу. Блинский блин. Рассвет близко. А, вот-вот-вот что-то. Что это? Давай, еда, пожалуйста. Пожалуйста, еда. Давай, 50. Да! Да! Медикаменты, хоть что-то. Да, блин, выкини это и возьми это. Выкини это и возьми это. Молодец. Все, хоть что-то взял. А теперь сваливай. Сваливай куда-нибудь. Просто вот, вот все, уходим. Уходим, уходим. Сейчас, конечно, Бруно еще в разведке, вернуться будет сложнее. Сложно, ребята, сложно. Надеюсь, он выживет. Надеюсь, очень надеюсь. О-о-о-о-о-о. Ну, хоть еды нашли. Еды типа нашли, хоть немножко. Ладно. Были какие-то проблемы, но мы надеемся, что Бруно скоро вернется. Да, кстати, вот реально надеемся, что он вернется. Блин, было бы клево. Так, очень голоден, сильно устал. Да что ты это будешь делать, математик? Ты сильно голоден, сильно устал, еще я печален. На, иди спи, короче. А Павел, он голоден, легко ранен. Но написано, что приходит в себя. Надеюсь, ты не знаешь, что он приходит в себя, как наш Марко в то время, когда он приходил в себя. Так, ну, голоден, ладно, ты пока... Ой, куда ты припустил, ни хрена себе, ты что ты делаешь? Жесть. Надеюсь, это не будет похоже на это. Так, еще, пойдем пусть радио включат, чтобы было как-то повеселее, пусть музыка играет. И будем доделывать наши завалы, чтобы к нам не могли вломиться. Вот, играет какая-то классическая музыка. Да, вот слышно, что-то играет, ну и пусть себе играет. Пусть как бы, ну они хотя печален, но я думаю, что музыка хоть как-то должна поддерживать их боевой дух, хоть как-нибудь. Вот, ночь прошла спокойно, Бруно занимался поиском провизии, какой-нибудь придется сказать, что интересное. Так, Бруно вернулся. Где ты, Бруно? Вернулся без единой царапины. Ха! Молодец, Бруно. И идет, гляньте, такой походка, like a boss. Чуф-чуф-чуф-чуф. Молодец, Бруно. Отлично. Голоден, печален и устал, но принес какие-то вещи. Так, стоп, а еда-то? Чё, подожди, ты еды, что ли, не принес? Я же там что-то тебе дал. Что-то такое. Удобрение, органические отходы, которые можно разворачивать, травы, овощи на грядке, даже помаку для мелкой живности. Ага, я понял. Хорошо, давайте пойдем тогда посмотрим. Может быть, мы можем какие-нибудь приманки делать, я не знаю. Так, все, завалили, походу, проход. Здесь... Можем еще завалить, но нам нужно сейчас сделать, построить какую-то вещь, где можно выращивать грядки для трав. 30 дерева, я офигею. Для чего настойных дешевых сигарет. Позже лучше в грядке можем выращивать овощи. Ну нам до этого еще далеко. А до... Угу. Капкан для небольших животных, нам нужно, нам нужны шестереночки, запчасти. Окей, то есть запчасти, ладно, пока тратить не будем, а оставим их, вдруг пригодится, не знаю. Ну, вдруг еще понадобится. Так, что еще можем делать? Ну, заколачивать дыры. У нас две, в смысле, две дыры уже заколочены, или сколько нам еще нужно их вообще? Ладно. То есть, по сути, сегодняшний день... Я бы с удовольствием поел. Да я бы тоже с удовольствием поел. Там написано было много еды, но что-то еды мы не нашли. В следующий день, ночью, видимо, придется прийти к ним и, ну, хорошенько им дать по щам. Ага, вещи на обмен. Давайте посмотрим, что он нам даст. Может быть, если мы обменяем 5 запчастей у него там. 5 запчастей, точнее, 5 шестеренок. Тогда можем сделать капкан для животных. Ну-ка, на-ка, у него есть... Извините, ребят. У него есть как раз эти шестеренки. И что можем мы ему предложить за это? Сигареты я мог бы ему предложить. Что тебе еще надо? Что тебе можно предложить? Сахар, ну алкоголь... Блин, ну я думаю, алкоголем пока делать не будем.
Так не пойдет, давай больше. А, оружейные детали. Нет, оружейные детали я тебе не дам. Знаете, электрические детали. Очень щедро с вашей стороны. Ага. Ага. Отлично, мы договоримся. Значит, давайте попробуем меньше с ним поторговаться. Вот на тебе лекарство из трав. Фига себе, то есть одна. А, может быть, еще у него мы что-то можем за это выторговать. А что у тебя есть? О, еда, кстати, еда, 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 еда. Вот. Так. Очень щедро до сих пор. Так не пойдет, давай больше, ладно. А, овощи возьмем. Вот возьмем пока вот это. А, и на всякий случай я много попрошу в обмен. Много попрошу в обмен. А, ладно. Давайте тогда пока без... Без, короче, бинтов. Давайте проверим, что если мы ему дадим электрическую деталь. Одну, две, три. Договоримся. А, ну что ж, я считаю, что вот за это, в принципе, еда и запчасти, это хорошо. Все, договорились тогда? Все, дверь закрой и вышел вон. А, что ж тогда, давайте сейчас сделаем... Давайте сейчас быстренько проверим, можем ли мы сделать капкан для животных. Что ж, нехороший день. Ты обдолбался, что ли? У нас еда есть, мужик. Нехороший день. Что ты за паникер-то такой, а? А, кстати, у него дерево можно еще обменять. Ну, давайте сначала сделаем капкан. Так, стоп, капкан, капкан, капкан. Вот это и делать. И перетащить. А, ну, давайте здесь разместим, чего бы нет. А, короче, капкан это такая вещь, которая будет ловить всяких мышей и крыс. Короче, так или иначе, в одном капкане за ночь будет появляться мясо, насколько я все это понимаю. Так, ну что ж, Павел, легко ранен и печален. Давайте проверим, может быть... Сейчас посмотрим, сколько нам нужно там дерева для... Что там, для грядок? Как бы грядки было бы очень хорошо, я считаю. А, для грядок нам нужно... О, нам нужно, короче, две шестерни, нам нужно еще 23 дерева и 15... Чего? 30 нужно? И 6. И 6 запчастей. Давайте попробуем максимально у него что-нибудь выменить. Максимально, вот что мы можем. А, ну, вряд ли, конечно, получится нормально. Так, что ты можешь им сделать? Нет? Ха! Нужные компоненты. То есть мы можем сделать две сырых еды, а вместо одной. И можем сделать две сырых еды из компонент. Давайте попробуем. Это типа он завалил ее или что он сделал? Так. Далее, снаряжение. Снаряжение, снаряжение, снаряжение. Нужно раз, нам нужно 6. Ой, нет, что сделал? Вот так, 6 этого. Далее, все доски, которые у тебя есть. Ну, в принципе, и все, больше с ним пока обменяться не на что. А, давайте подумаем, что мы ему можем отдать. Что ему... Да мы, по-моему, ничего ему не можем отдать за это. А, не очень интересно. Можете получить это почти даром. Можете получить это почти даром. Ага, ну, на тебе травы. На тебе больше трав. Да ты что, мужик? Я тебе вон сколько трав предлагаю. Что тебе не нравится? На тебе воды. Ага, вот уже что-то меняется. Мы, конечно, ему всю воду отдадим, но зато можем сможем сделать фильтры. Так, что бы я тебе еще сигарету? На тебе сигарету, а? Нет, не пойдет, еще больше надо. Блин, да ты меня просто обворовал уже, походу. Так, медикаменты я на тебя тратить не буду, еду тоже не буду. На тебе лекарства из трав. Очень щедро. Вот лекарства из трав, видимо, очень щедрые. А если... Ага, вот если мы траву уберем, отлично, мы договоримся, если воду. Вот, воду тоже сохраним. Ага, и одну... И одну воду тебе еще дать. Слушайте, вот можно, в принципе, торговать с ними, насколько понял, лекарствами из трав. Все, ладно, договорились. Все, и пошел в жопу отсюда. А, это вообще, кто-то может сказать, что Шэ, ты делаешь хрень с тем, что ты вот так много всего тратишь. Но нам в следующую вылазку придется меньше вещей тащить на своем горбу. Вот смотрите, нам сейчас нужно будет принести 11 досок и 2 шестерни. Так, давайте еще одну доску обменяем, чтобы было 10, чтобы не занимать там еще один пустой слот. И как бы вот чем меньше слотов мы займем, тем больше чего-то более полезного мы сможем унести. Так что, дай еще доску, у тебя доска есть еще одна, вон у тебя, доска одна осталась. Дай мне доску, я тебе дам воды. Хочешь воды? Ну, на тебе две воды, все, договорились, отлично. И пошел в жопинку. Ох, так, что, капкан у нас один есть, в капкане будет еда. А далее, кто у нас отправится на вылазку? Павел, быстрый бегун. Ну, давайте, что ли, его... Ну, сейчас, короче, попробуем покормить. Что-то можно, сможем сделать? А, для двойной нам не хватает... Черт, нам воды уже не хватает для двойной. А, и для обычной... Оба-на, воды не хватает. Хреново. Давай-то я сейчас фильтр сделаем, и будем как бы...
торговаться водой. Так, фильтры. Три запчасти. Блин, видимо, придется еще три запчасти добавить. Итого, нам для того, чтобы сделать... поставить грядку, нужно будет сделать три... так, сейчас, давайте посчитаем еще раз. Ты иди, короче, в воду, фильтр заправляй. У меня кровотечение, но не опасно. Да ты обалдел, что ли, я тебе... Тебе бинты, что ли, нужны? Ну, блин, бинты дорогая вещь. Я тебя просто так не могу купить. Просто так вот на халяву. Да, давай, делай. Так. Давайте смотрим, считаем. Нам нужно 10 досок. Нам нужно 2 шестерни и нужно 3 запчасти. Все, запомнили, ребят. И на вылазку, когда отправимся, мы это все учтем. Ну что ж, а сейчас на этом, пожалуй, все. Если понравилось видео, можете поставить палец вверх, подписаться на канал, поставить, не знаю, рассказать о видео друзьям. А с вами был Шет, увидимся в следующих видео. Всем пока!